Дорогие друзья, мы очень рады, что наши видеоконцерты позволяют нам оставаться на связи. Сегодня для интернет-сообщества библиотеки имени Есенина мы подготовили концерт Вэньи Хо. Вэньи родилась и выросла в Гонконге. Всю свою жизнь она занимается преподаванием французского языка, сначала в Гарвардском университете, а потом в университете Тавца. С 2011 года Вэньи принимает активное участие в конкурсах пианистов-любителей. В ее копилке приз Шопена, конкурс в Вашингтоне в 2011 году, золотая медаль и приз Листа, конкурс в Сиэтле. В 2013 году Вэньи стала лауреатом второй премии международного конкурса пианистов-любителей «Фортепианные мосты». Кроме того, у Вэньи активная концертная практика во Франции, США и России. Сегодня в ее исполнении прозвучат произведения Шопена, Листа и Рахманинова. Желаем вам приятного вечера! Thank you.
Thank you.